хочешь, я для тебя рожу ребенка. Кого? Ребеночка. Мама, знаешь, какое счастье забудет о ребенке. Она тебе целиком все займет. Мам, ну понимаешь, каждый день пеленки, распашонки. Ну, мам, ты не только про отца, ты и про меня забудешь. Ну, все на тебя свалится, мам. Ну, ты будешь самой счастливой на свете. Но тебе нет еще 18. Мам, ну ты же сама понимаешь, возраст самый подходящий. А потом ты совершенно не замуж. Для этого совершенно не обязательно выходить замуж. А потом у тебя этого самого главного нет. Образование. Ну при чем здесь образование? Ты же современная женщина и знаешь, что диплома для этого тоже не требуется. Наташа, прекрати, что ты несешь! Мам, громче, тебе нужно выплеснуться. Мам, хочешь ударь меня? Нет, он все-таки подлец и развратник. Он меня предал. Да они все подлецы и развратники. И все предают. Уж поверь моему опыту.